Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. У нас сейчас уже 12 часов дня, и едем мы в город. У нас много дел есть. Ключи взяла? Да, взяла на ключи. Рыжий? У рыжего нема никаких дел. Да, рыжик наш красавчик. Кто-то спрашивал, кто-то чей котик. Наш, конечно же, это наш рыжик. Красотуля наша тоже. В гараже очень любит спать сейчас. Такой упитанный, красивый. И едем мы, друзья, завезем первым делом мангал, который сделал муж друзьям. Сейчас я покажу. Он его уже погрузил сюда в машину. Вот, смотрите, как он хорошо. Компактный такой. Ножки вот отдельно. Кастрюлька это себе отдельно. И все. Тут ящик можно выбросить. Это я с магазина. Пускай лежит потом, чтобы на улице не был. Еще ждем Мирославу. Нужно сделать сегодня девчатам ID, Мичиган ID такое, как бы, потому что если, чтобы снять деньги в банке, нужно брать постоянно паспорт. Так как они еще сами машиной не ездят, у них нет водительских прав, то можно сделать просто такое удостоверение, где твой адрес, фотография твоя, Мичиган ID мы называем. И с ним можно снимать деньги с банка. Чтобы сдать на водительские права, когда начался вирус, и дело стояло, и очень долго было. Очередь большая, и сейчас уже открылась, конечно же, давно, но очень большие очереди на это. И именно еще для таких молоденьких, для школьниц, то оно как-то очень долго. На этот целый год мы еще осенью смотрели, чтобы стать на очередь. И в другие города, поселки, чтобы ездить на учебу, то все занято, представляете? То мы решили сделать им пока такие водительские права. Ой, не водительские права, а просто удостоверение, чтобы не брать постоянно в банк паспорт. Так. Так что едем. Уже все в сборе. Сегодня у нас выходной. То нужно все порешать. Все, друзья, мы приехали, выгружаем мангальчик нашим друзьям. Машину тебе привезли. Будешь ездить. Жарить шашлыки. А у нас есть шашлыки. Да, у вас есть шашлыки. Да, я думаю, что ее надо. Да, я думаю, на террасу ген завези туда, давай. Да. Туда? Туда. Угу. Там. Ну, может, домой пойдем.